19 века уже начали строить даже самолеты. Первый самолет целиком из дерева, абсолютно, да. Металлический был только мотор. Даже вот, если вы знаете, во Вторую мировую войну, у нас Великой Отечественной называемой войной, истребители, которые летали со скоростью 500 км в час, истребители, да, знаете, самолет боевой такой, они были наполовину из дерева сделаны. Наполовину из дерева, можете себе представить? Частично металл, а частично дерево, летали с огромной скоростью. То есть материал, который позволяет сделать любые конструкции абсолютно. Ну, обратимся непосредственно к столярным работам. Какой основной инструмент столярных работ? Для столярных работ, как вы думаете? А? Нет, ну, а только универсальный инструмент, которым можно делать